класс вчерашних выпускников, это был трудный год, вот сдача выпускных и вступительных экзаменов. Анастасия Минасян с волнением перечитывает торжественную речь. До начала линейки еще около получаса свой текст произнесет в честь 1 сентября не в школьных, а уже в университетских стенах. Всегда мечтала поступить именно в Саратовский государственный университет на специальность журналиста. Раньше я думала, что я знаю, что вот все, я буду работать на телевидении. Вот. А сейчас я даже, если честно, не знаю точно. Я просто хочу изучать журналистику, хочу посмотреть, впитывать, получать очень много опыта, интересных знаний, интересных открытий, встречать новых интересных людей. Чтобы стоять в этих плотных студенческих рядах, им пришлось пройти настоящие испытания. Конкурс по университету в этом году оказался как никогда высоким, а на некоторых специальностях и вовсе составил 50 человек на одно место. Наибольший интерес у абитуриентов вызвали направления управления персоналом, менеджмент и социология. Вы будете слушать лекции, которые будут читаться на самом высоком уровне, который достоин наш вуз. Вы будете заниматься в аудиториях, лабораториях, оснащенных оборудованием, которого единицы не только в нашей стране, но и в мире. Рассматривают свои новые зачетные книжки и уже строят наполеоновские планы на год вперед. Съездить в Америку летом по программе Work and Travel, я думаю, от СГУ как бы направят. Для этого готов потянуть свой английский на высший уровень, заработать денег, чтобы поехать туда. Ну и как бы учиться на отлично, чтобы мне сдана была летняя сессия и поступить туда. После линейки спешат на свои первые лекции. Впереди у первокурсников насыщенная образовательная программа, а еще новые друзья, новые интересы и настоящая студенческая жизнь. Влада Черняева, Александр Пиченко, ТВ-центр, Саратов.